Чебоксарской специальной коррекционной начальной школе детский сад номер 2 прошел хоровой фестиваль «Радуга талантов». В нем приняли участие 9 хоровых коллективов, в составе которых педагоги, школьники и воспитанники детского сада. Свои выступления они посвятили 100-летнему юбилею государственного хора имени Пятницкого. Репертуар фестиваля был разнообразен. Прозвучали произведения советских и современных композиторов. От Дунаевского и Струве до Зарицкой и Савенкова. Исполнение каждой песни было оформлено в виде музыкального клипа. Сопровождалось танцами, ритмической импровизацией. Большую помощь в подготовке фестиваля оказали родители обучающихся. Готовили оригинальные и красочные костюмы.